И мы коснемся сейчас вас нескольких вещей, что поможет нам понять, что есть пророчество, что не является пророчеством. То, что я сейчас скажу, очень используемо и в пятидесятнических кругах, и даже, наверное, в мессианских кругах. Истолкование языков. Истолкование языков — это пророчество? It look like word of knowledge. Oh, this is different gift. Yes. Why then? Почему тогда у нас бывают ситуации? In many churches, like I said, I'm not sure how it works amongst you. Которые бывают в церквях. Я не знаю, происходит ли это до сих пор у вас. Но это очень частое явление в харизматических и пятидесятнических церквях, когда кто-то говорит на языках, и тот, кто переводит, дает пророческое слово. Слышали вы такое? Саша just tried to translate you. Okay. Происходит это у вас? Yeah. Видели? Now, let me ask you the question is, can the prophet use tongues when he prophesy? Different tongues. Gift. Это другой дар. So the answer is no. Нет. Помним, да, о чем говорил Роджер, что пророк говорит всегда с такой способностью, чтобы кому это предназначалось, он поймет. What about if I'm from Russia, came to different country, Brazil, for example, and some Brazilian woman stand up and prophesy on Russian language? And just I can understand this. Yes. It's prophecy. That is prophecy. But she speak in different. Her, she is speaking in tongues, but she is motivated by the prophetic spirit. Я задала вопрос. Если, например, кто-то из нас попадает в совершенно другую страну, например, там Бразилию, да, мы не знаем бразильского, и вдруг встает человек в их церкви и начинает говорить на истинном русском, и я понимаю, что это ко мне. То он говорит, что да, для нее, она, для этого человека, бразильца, да, он говорит на языках, но он мотивирован Духом Святым, и это пророчество, потому что она говорит на понятном для меня языке, и меня это касается. Okay. We need to understand that difference. Мы должны понять и эту разницу, that God can sometimes do that. Что Бог может так сделать. Yeah, okay. For her, in theory, she is speaking in tongues. Для бразильца он говорит на языках. Но конкретно в этот момент, когда этот человек говорит на другом языке, допустим, на русском для нас, то в этот момент он конкретно под действием пророческого духа. Позвольте мне вот что сказать. Я был в разных странах. Сначала я другое вам скажу. Истолкование языков. Что есть языки? Holy Spirit, like, pray inside of you. Very good. Правильно. Yeah? So, speaking in tongues, говорение на языках. What is it? Что это?
when our spirit fellowship with Holy Spirit. Prayer. Это молитва. Говорение на языках — это молитва. Говорение на языках — это молитва в своем основном принципе. И Писание говорит, что это то, что мы используем для того, чтобы строить наш дух, растить нас внутри. Когда мы делаем это наедине, в тишине, это то, что укрепляет нас, дает силу. И мой вопрос вот в чем. Если говорение на языках — это молитва, почему в 99%, когда это происходит на общих служениях, почему перевод этой молитвы имеет всегда пророческую форму или как слово от Господа для церкви, или назовите как хотите, почему оно выглядит как пророчество? Что-то неправильно. Можем мы согласиться? Проблема вот в чем. Это стало традицией. И в этом деле традиция не совсем хороша. Некоторые традиции, они хороши. Но в этом случае я считаю, что это неправильно. Оно приносит смятение в церковь. Я не думаю так. Что кто-либо, я не имею в виду, что кто-либо пытается перевести говорение на языках, интерпретировать. То есть это... Позвольте мне по-другому вам сказать, потому что это важный момент. Это может быть, что человек, который переводит языки, толкует, он может в этот момент быть как бы под пророческой мотивацией. Но то, что я говорю, что это не обязательно, что это не обязательно ложь. Но это не то, как это называют. They don't understand. Okay. I can understand that. It took me a long time to get my head around this one. I understood, but some of them not. Okay. So, what is happening? What do I think is happening? Let me try and put it that way. Что происходит? Смотрите. Yeah, someone is speaking in tongues in the church. Кто-то говорит на языках в церкви. Писание говорит, что должно быть толкование. Но из-за вот этой путаницы что кто-то не принимает в этот момент конкретный дар истолкования языков, а принимает дар пророчества, простой дар пророчествования. Но
но постоянно растет вот это смятение и путаница в церкви. Но уже появилась традиция, и это неправильная традиция, что когда кто-либо говорит на языках, то истолкование обязательно имеет пророческую форму. И это происходит по причине того, что недостаточно обучения в церкви. И из-за того, что не хватает церкви учения, что есть говорение на языках, что есть толкование языков, и что есть другие дары. И вы можете дать правильный ответ, все. Десять на десять, пять на пять у вас здесь. Полное число. Если вы схватите, что молитва, что говорение на языках — это молитва, то тогда толкование этих языков тоже должно быть в форме молитвы. В некоторых случаях я слышал, как это происходит. Я слышал, как кто-то молился на языках, и я слышал истолкование как молитву. И я скажу вам, это было очень сильно. Это было очень сильно. И Бог говорил через эту молитву к сердцам людей. Okay. So, итак, пророчество. Вопрос. So, is it possible when a person prays in tongues, and there's another person just also in the same prayer praying with the mind later on, and that person does not understand that he's interpreting the prayer that was just said, but continuing the very same prayer? Can it be so? Yes, so that's possible. That's how it may work. Yes. Да, так это может работать. Но по причине оно может так работать, потому что мы потеряли настоящее правильное понимание. Из-за традиций, которые мы приняли в своей церкви, мы потеряли то, как это на самом деле должно работать. И это к большому стыду нашему. Библия говорит нам в 1 Коринфянам 14 главе 5 стихе. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. И это место Писания показывает нам, что должна быть разница. Говорение на языках — это не пророчествование. Это чудесный дар, который был нам дан, чтобы помогать в нашей молитвенной жизни. И мы должны его использовать для этого. И, по-моему, нам надо пересмотреть,
как перенаправить то, как мы имеем дело с, на сегодняшний день в церкви с дарами, как это происходит у нас. Оба этих высказывания вдохновлены. И толкование языков также оно вдохновленное. Говорение на языках — это вдохновленное действие на незнакомом языке. Пророчество с другой стороны. Оно — это вдохновленное высказывание на знакомом для вас языке. Истолкование языков относится к говорению на языках. Истолкование языков, оно относится и соотносится к говорению на языках. Пророчество — это независимо конкретно направленное послание. Уровень цен. Ценность дара, вес дара. Это в 1 Коринфянам 12 главе 31 стих. Здесь говорится о том, что некоторые имеют большее значение и вес. Хотя там точно не указано, какой из них самый важный. Но здесь дается нам установка, чтобы мы жаждали больших даров, больших. В той мере, в котором это... Настолько, насколько оно дает пользу для церкви. 1 Коринфянам 14:5. Мотивация, которая должна двигать нас иметь дары, это всегда должна быть любовь. То есть то, что нас должно мотивировать, чтобы иметь эти дары, это любовь. Если мы любим наших верующих, которые окружают нас, мы хотим, чтобы они были укреплены и взрощены. И поэтому дар пророчества крайне важен, потому что он назидает церковь. И поэтому мы должны с вами страстно желать всех даров духовных, но в особенности пророчествования. However, и мы можем распознать потенциальные значения даров. Это не означает, что оно всегда будет точным, безупречным.
использования дара. Полностью совершенно идеальным. То есть это не значит, что использование этих даров будет безупречным. Из-за того, что дары приходят от Бога лично, они приходят от Бога непосредственно в нас, людей. Это всего лишь показывает нам о том, что мы все еще люди, человечество, и мы несовершенны. И 1 Коринфянам 14 глава 29 стих говорит о том, чтобы и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Это говорит о том, что 29 стих, о том, чтобы любой дар очень аккуратно производил свое действие. И это должно быть взвешено, исследовано, проверено. И я хочу дать вам, как исследует пророчество. Из-за того, что это должно... Хотя и должны вы проверять пророчества, которые даются, вы не должны в любом случае пренебрегать ими. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 20-21 стих. 1 Фессалоникийцам, 5:20-21. Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. И мы с вами можем понять, как можно судить о истинности пророчества. Путь, по которому вы судите истинность пророчества, это Писание. 1 Петра 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. И 2 Тимофея, 3 глава, стих 16. И эти места Писания говорят о том, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения и исправления, для наставления в праведности. И это слово пророчество высвобождено стоит превыше суда. Является стандартом, фактом, по которому мы должны судить все другие вещи. Это вы со мной? Если пророчество не идет в согласии с Писаниями, мы знаем, что что-то неправильно. Word has been put so high that it is even above scripture.
И пророчество в некоторых случаях пророчество может быть даже могут поставить выше, чем написанное слово. Но если пророчество не идет в согласии с Писанием, то откуда оно исходит? Есть три вещи здесь. Три возможных источника. Пророчество может быть вдохновлено Духом Святым. Вы можете пример найти в Самуила, это Второе Царство. Второе Царство, 23 глава, стих 2. И в Иеремии, 1 главе, 9 стихе. Деяния, 19, стих 6. Деяния 21, стих 11. Записали? Второе. Человек может пророчествовать от своего личного духа. Пример этого находится в Иеремии 23. Стих 16, и Иезекииль, 13, стих 2 и 3. Третий пункт. Люди могут быть вдохновлены злым духом. И мы можем увидеть это в 1 Коринфянам 11 главе с 1 по 3 стих, по-моему. Сейчас. 12 глава с 1 по 12 глава с 1 по 3 стих. Да, 1 Коринфянам, 12 глава, с 1 по 3 стих. Иеремия 23:16. Can I ask the question? If man by inspiration of evil spirit, can he prophesy and use the scripture? Sorry, can the man be under inspiration of evil spirit and during he prophesy, can he use the scripture? Да, человек может быть под злым влиянием злого духа и пророчествуя использовать Писание. Помните, в пустыне, когда Иешуа был искушаемым дьяволом, дьявол использовал конкретно Писание. Это ответило? Okay.
Ищу пример, но не могу найти, извините. Пример с молодой женщиной, которая следовала за Павлом. Acts 16, probably. 18 verses. Начиная с 16 стиха. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иешуа Мессии повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Очень яркий пример того, что кто-то имел злого духа, но то, что говорил через человека злой дух, то это была истина. Что она говорила? Это было истиной. Они были рабы Бога, и они несли послание спасения. И она делала это много дней, говорит Писание. Но Павел начал вознегодовать. Понимаем ли мы, почему Павел вознегодовал? Because of evil spirit. Но она говорила правду. Sasha said it's because she do it every day and Paul just tired to hear about it. Maybe Paul has discernment of spirits and he knew that it. Да, он имел развлечение духа. It was not in time. I don't know whether that's true or not. Я не знаю, правда это или нет. This evil spirit not gives the glory for God when. That's a good point. Это хорошая идея, мысль. It's not glorify God, yeah? Yeah, absolutely. But who is this girl? Кто эта девушка была? Who is this girl? How was she known? Что мы знаем о ней? It was her job. It's yeah, but how was she known? Кем она была? She was a servant.
servant. Slave, she was slave. Да, она была рабыней, но она была известна всем как одержимая злым духом. Одержимая духом прорицания и приносила большой доход. То есть все обращались к ней, зная, что она может погадать. Can you... Olga asked where we can see that everyone recognized her like she was under evil spirit. It goes on here, but then I only saw that she'd come out, what had come out, and was any first prospect out was any further prospect of profit from them. They see shawl and drank and think. But the point is here, once they were going to a place and they were met by a slave girl who had in her a snake spirit. This was the way she was known. 16 стих. Одержимая духом прорицания. В английском переводе, которую знали как одержимую. She was known as having this spirit. Она была известна как имеющая этот дух. И поэтому она использовалась этим, чтобы предсказывать будущее. И Павел хотел разрушить эту ассоциацию. Yeah? Said, girl, потому что он сказал, если я не хочу, чтобы люди ассоциировали то, что я делаю, с тем, что делает она. Поэтому, потому что это уводит славу Божью от Бога, которому она предназначается, вот к тому, что она творит. И поэтому, когда мы слышим кого-то, слушаем чьи-то пророчества или что-либо, когда человек говорит, мы должны знать, кто источник, откуда идет. И это может звучать очень здорово. Он может говорить, как здесь. Она говорила правду. Она говорила правильные вещи. Не было ничего, в чем можно было подкопаться бы в словах. Но источник, от которого она говорила, был абсолютно неправильным. Когда Иешуа изгонял злых духов, в некоторых моментах духи начинали говорить, «О, мы знаем, кто ты есть. Мы знаем, что ты Сын Божий. Мы знаем, что ты Мессия». Что делал Иешуа? Он закрывал им рот очень жестко. Он не хотел позволять, чтобы они провозглашали это послание. И точно так же Павел запрещал этой женщине провозглашать, потому что оно приходило из неправильного источника. Okay. Хорошо? Понятно стало? И это очень-очень важно. И вы должны владеть даром развлечения духов, чтобы разбираться с этими вопросами. Да. What danger for men who receive the prophecy? If someone prophesy by his own spirit or from someone who prophesy under evil spirit.
where is more danger? What more danger for me when I receive prophecy from someone under his own spirit or from someone who under evil spirit? If you want to categorize it, which I don't do, я не делаю вот категории эти. Then it would indeed be the one who's under the influence of an evil spirit. Ну, логично, что больше вреда тот, кто под злым духом принесет вам. Но для меня вообще просто по природе оба источника опасны. Потому что ты не понимаешь, что ты принимаешь. Yeah. Ты не знаешь, что ты можешь принять. If someone prophesy and light hand on his shoulder, it's automatically the man receives something wrong if they prophesy under not good spirit. That can happen. Это может произойти, когда кто-то пророчествует не от тем духом и ложит руки на вас и молится. But но вы должны уметь защищать себя. How? If you go for prayer, если вы выходите для молитвы, вы должны покрыть себя. Я не позволяю людям возлагать на себя руки, если я не уверен, кто они и откуда они вообще. И в Писании есть где-то: не позволяйте быстро возлагать на вас руки. Вы имеете право отказаться, когда человек хочет возложить на вас руки. Yeah. Я помню конкретную ситуацию, когда я был на служении. Someone, и тот, кто служил, человек на сцене, он имел страстное желание помолиться за меня и возложить руки на меня. И внутри себя я почувствовал о том, что что-то неправильно, и я не хочу этого. И этот человек подходил и говорит: я хочу возложить руки и помолиться за тебя. Я сказал: нет. И этот человек дважды или трижды попытался это сделать, и через три раза он стал вообще невыносимо злым. И я понял, что мое чувствование внутри было истинным. Если кто-то хочет за вас помолиться, и вы отвергаете это, то человек это должен просто принять это. Но если у вас правильный дух, и вы принимаете человека и его молитву и с уважением, okay. Okay. Right, вы имеете право отказаться. Простите меня. И человек, которому отказано, так сказать, в молитве, если он имеет правильный дух, он с уважением отнесется к вашему решению. Если они неправильно принимают ваш отказ и начинают это их негодовать, значит, вот с ними как раз и проблема. И особенно, если они становятся злы. So if I if someone want to pray for me and I reject, I in a safe place, but he can do some destroy for a lot of people who he prayed. Yes. Да. Да. Ну навредил всем, за кого помолился. Now,
So the pastor must to have a recognizing of spirit to invite these people or not. Я говорю, пастор должен иметь развлечение духов, чтобы знать, приглашать такого человека или нет. Это однажды происходило в моей церкви. По очень уважительным причинам я опоздал на служение однажды. И у нас был приглашенный проповедник. И мы получили рекомендации о нем от тех людей, кого мы знали. Но мы лично с ним раньше не встречались. И я опоздал, зашел в церковь, и человек уже проповедовал. И когда в одно мгновение, когда я услышал, что он говорит, я знал, что это неправильно. И внутри меня дух четко дал понимание о том, что это не должно продолжаться. So I put on my very naughty shoes. Naughty. Naughty shoes. What is bad shoes. Что-то о ботинках. Он был в какой-то обуви. And I went to the front and I stopped him. Я вышел вперед и остановил его. И я вышел и в открытую сказал: «Прости, я не могу позволить тебе дальше проповедовать в моей церкви таким образом». И мне Дух сказал о том, что это не от Господа. Этот человек мгновенно стал невыносимо злым. И он просто ушел со служения. И если вы особенно в лидерской позиции, у вас должна быть способность, вы должны иметь эту способность выйти и сказать так. И после этого я попытался связаться с этим человеком и пообщаться с ним. И он абсолютно не захотел слушать меня и общаться. Но это необходимая вещь, развлечение духов, которая должна быть особенно в лидерском составе. В этом случае я попадаю под конфронтацию. Потому что это было в середине общего служения, и мне надо было встать и при всех это сделать. Обычно я стараюсь сделать это гораздо корректней. Обычно, если это происходит с кем-то в моей церкви, я вижу, что человек начинает двигаться куда-то не в ту сторону, не то учить, не то говорить, я пытаюсь встретиться с ним и поговорить. Я не атакую его при всех и не запрещаю, там не связываю. И я стараюсь встретиться с этим человеком и провести с ним время, чтобы помочь ему осознать, что он двигается в неправильном направлении, и что ему надо пересмотреть свой путь, и, может быть, покаяться и обратиться к Богу. One more question. How do you think that man
whom you stopped in your service, he do it with a purpose, this message, or he cannot understand what he speak? Yeah, I never got the chance to find out. Я в тот, ну, по поводу той ситуации, я так и не смог выяснить. Yeah, because he wouldn't speak to me. Потому что он избегал всяческого общения со мной. But I think her question in this, all the time the people who do wrong, they understood what they do, or sometimes they probably has. Yeah, that is true. Sometimes there is a sort of blind before them and they don't understand what they're doing. Иногда люди, которые делают неправильные вещи, они ослеплены духовно, и они просто не понимают. Иногда они делают это осознанно, умышленно, и понимают. Это то, о чем молился Иешуа на кресте. Господь, прости им, потому что они не понимают, что они делают. Okay. So issue, yes. И это часть. Иногда они могут реально не знать, потому что они находятся под конкретным влиянием духа злого. Но также бывают преднамеренные со злым умыслом действия в церкви, вводимые злым духом. Can we bless people like this? Pray for your enemy and bless. Yeah, you can pray for them. Вы можете молиться за них. Благословение — это немножко другой путь. Такой момент, что когда вы благословляете кого-то, это вы желаете им быть успешным в том, что они делают. Yeah. Поняли, да? Поэтому мы не благословляем, но молиться мы обязаны. Принцип благословения — ободрить, продолжай двигаться в том, что ты двигаешься, чтобы ты был успешен. И вы не можете молиться таким образом за них, но вы можете молиться за них, чтобы там глаза открылись, уши, и чтобы жизнь изменилась. И... Ясно? Да. Я прочитала его конспект дальше, да. Я скажу в микрофон, да. Может ли для нас быть опасность, если мы водимы Духом Святым, то иногда в молитве за кого-то сделать ошибки и поступить по собственному духу или, может быть, даже не совсем по собственному? The question is, can we in our prayer life or prophetic when we grow up in this, can we sometimes be using our own spirit or even evil? We during the all the time we under Holy Spirit and He use us and speak through us. But can it is a danger to say something from us? Всегда есть эта опасность. Я не сказал бы, в принципе, что вы можете быть под злым духом, под влиянием. Но если вы не бдительны всякий раз, то вы можете сказать от своего собственного духа. Мы не идеальны, помним? It's like Ananias from Old Testament.
Это как Анания в Ветхом Завете. Он был признанный пророк, но он сказал от своих эмоций, и в итоге он умер. For her, it's for Leah, it's a question. She understood that we can speak about our own spirit, but little more about evil spirit. We can't be under holy and the evil spirit both together. I don't think that that is possible. Я не верю, что это возможно быть под Духом Святым и злым духом. Это важно, чтобы вы хранили в чистоте и святости себя перед Господом. Быть уверенным, что вы храните свою жизнь в максимальной чистоте перед Господом. И особенно, если вы будете вовлечены в любого рода служения. И это не одноразовая вещь, это постоянный процесс хранить себя в чистоте. Всякий раз, когда приезжаю я сюда, на Украину, я встаю где-то в 5-5:30 утра. Потому что я хочу провести время в молитве с Господом перед тем, как я начну служить. Я хочу провести время с Богом. И я верю, что это важно. Это очень легко. Проснуться в 8, вскочить в свою одежду, быстренько принять душ и побежать учить. И у меня есть в компьютере весь материал, то есть не надо особо готовиться. Но я лично не могу работать таким образом. У меня должно быть время, которое я хочу провести с Господом. Чтобы быть способным принимать и продолжать отдавать. И ваши личные взаимоотношения с отцом крайне, крайне важны. Matthew 5:44. It's written, "The bless who person you." Пророчество и проклятие разные вещи. Ольга asked, how we can bless that one who prophesy from evil spirit, because she saw it in this verse. But I told her. Okay, in Russian it's bless that one who curses you. Английский перевод. Слушаем внимательно. Любите врагов ваших и молитесь за тех, кто проклинает вас.
Это перевод конкретно с иврита. And can you read the whole verses in English, and I try to translate? From where? 44 verse. Но я, ребят, ваш разговор меня так сбивает. Помогите мне, пожалуйста, переводить правильно тишиной своей, пожалуйста. Я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за тех, кто проклинает вас, and then for the end. It's it? У нас совсем не так переведено. Russian, it's completely different. This is a problem with translations, right? Это проблемы с переводом. We everyone bless that who pro. Вы не можете, не можете, не можете, не можете благословлять тех, кто... Вы можете молиться. Вы можете молиться за них таким образом, чтобы они вышли во свет, чтобы Бог осветил то, что они делают неправильно, чтобы они могли покаяться и отвернуться от своих дел. Если вы молитесь за них, благословляя, говоря: Господь, укрепи их, умножь их, благослови их, пусть они будут популярны, известны. Это благословение. Вы не можете благословлять таких людей под злым духом. What about the word shalom? It's a blessing? Yes. It's a very big blessing, actually. Вообще-то это очень огромное благословение. Yeah. When we just meet each other, we say Shabbat shalom. Yeah. And if it's not very good person, so we bless them. Yeah. So... Ой, ребята, теология пошла. This is good, you know, this is yes, good. Thank you. Do you remember that when Yeshua sent the disciples, he said, go into a village and bless. And let your peace. That's what he said. He didn't say bless. He says in Russian, they said bless them. No? Okay. Ишуа говорил, пусть мир покоится на них, желайте им такого. Но и если на них есть уже мир, то ваш, он как бы покоится на них. А если они не, если они не достойны того, чтобы принять, то этот мир просто вернется к вам. А знаете, какой точный текст там? Так, по-русски мне место это. Где это, люди? У Тимофея есть Евангелие? Ну так в Писании. Подожди, она сказала, я на 20-е, дай проверю.
Матфея 10 глава, 12-13 стих. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему». «А в какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Давайте послушаем, что в английском. Самый близкий перевод с иврита, который у меня есть. Когда вы заходите в город или деревню, ищите тех, кто доверяют слову. И оставайтесь с ними, пока вы там будете. Когда вы входите в чей-либо дом, говорите «мир вам». Если дом заслуживает этого, тогда шалом починит там. Если не заслуживает, то шалом вернется к вам. So you can say shalom, and if it's not deserved, it's come back. Because they every day say shalom for everyone. First Timothy, second chapter. Second chapter, verse 1 and 2. First of all, then, I counsel that petitions, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all human beings, including kings and all in positions of prominence, so that we may lead quiet and peaceful lives, being godly and upright in everything. So here, writing for every human being, yep. Every, even under evil spirit. Здесь написано «совершайте молитвы и прошения», здесь не написано «благословляйте». Should I be thankful for everyone, good or bad? Вы должны быть благодарными и за злых, и за хороших. В правильном смысле. Мы говорим о некотором разделении здесь. Бог так возлюбил мир, что послал своего единородного Сына. Бог любит всех. Мир. Но он не любит сам грех. Это разделение, которое нам очень сложно сделать в наших личных жизнях. Отделить грех от грешника.